Дорогие женщины, дорогие зрительницы картины ТВ, я поздравляю вас с праздником. Я поздравляю вас с 8 марта. Я хочу пожелать вам самого красивого мужчину, который должен находиться и будет, если его нет. Чтобы, просыпаясь, вы слышали в правое ушко или в левое легкий такой баритон, или, может быть, даже тенор. Я люблю тебя, просыпайся, дорогая. Яичница стынет, кофе ждет, чтобы каждое утро будьте счастливы. Будьте. Это говорит вам я, Александр Ревва и Артур Пирожков. С праздником!